Спартанец Лок. Я достаточно долго прослужила в СВР, чтобы все понимать. Когда это закончится, после всего, что я сделала, они прикажут тебе убить нас обеих. Отряд «Осирис». За 72 часа 5 колоний пережили идентичные события. Большие разрушения, следы предтеч. Доктору Кэтрин Хелси удалось связаться с нами. Говорит, что располагает информацией. Хелси находится под опекой Ковенанта на Камчатке. Вам надо проникнуть в тыл врага, забрать Хелси и доставить на Бесконечность. И еще. Рядом с Хелси глава Ковенанта Джулм Дама. Если будет возможность. Понял, капитан. Удачи вам, Лок. Конец связи. Система работает? Так точно. Так, пока не прыгнули, кто-нибудь хочет что-то сказать? Думаю, вы должны это знать. Мне чертовски страшно. Лок, как закончим с тебя выпивка? Ты пьешь, ты платишь. Отряд «Осирис». Зеленый свет. Следи за связью. Поняла. Бак, Танака, вы в дозоре. Ясно. Есть.
Так держать! Хелси и дама отсиживаются в том сооружении предтечи. Это наша цель. Значит, нас вызвала Хелси? Она сказала, происходит что-то важное, и сообщила капитану Ласки свои координаты. Значит, что-то серьезное. Или хитрая ловушка. Контакт. По шакалу. Как скажешь? Звучит неплохо. Отлично! Сэкономили патроны. Все чисто. Двигайтесь к позиции Хелси. Войска предтечи! Они на скалах! За ними! Они телепортировались через ледяную стену. Метейте повсюду! Можно атаковать по центру, но там будет жарко. Попробуем с фланга. Действуйте с умом. Цельтесь лучше. Уничтожь солдата! Без проблем! Сделаю! Будет сделано! Займи позицию.
Дверь наглухо закрыта. Пост охраны предтечей. Видимо, заблокирован. Посмотрим. Должно помочь. Вперед, бегом! Без проблем. Дверь открыта. Артемида помогла. Лок, послушай-ка. Они штурмуют заднюю часть храма. Кракена в бой. А вот и Кракен. Держать оборону. Задержите их. Джул в отчаянии. Где ты выучила язык Санхейли, Вейл? В детстве я полгода провела на дрейфующем дипломатическом челноке. У меня был выбор. Умереть от скуки или потратить время на образование. Наша цель на другой стороне поля боя. Берегитесь Кракена! Ковенанты решили с его помощью прорвать ряды прометейцев! Не хотел бы я оказаться между ними! Бей по солдату! Уже иду! Так точно! Двигай наверх! Останови эту турель! Сделаю его! Все я! Я иду за тобой! Огонь по тому солдату! Продолжайте двигаться к Хелси. Требуется помощь! Спасибо, спартанец! Авторитетом дамы пострадал, когда прометейцы восстали. Он набрал кучу сторонников, выдавая себя за пророка предтечей. Джул Мдама — приспособленец, а не вождь. Развал его версии Ковенанта был вопросом времени. На мой взгляд, она могла бы разваливаться и поскорее. Приближаемся к Хелси! Получены сканы новых символов предтечей. Один из них раньше не встречался. Проанализировав остальные, система выявила, что они имеют сходство с древним символом Санхили. Этот символ обозначает спящего в земле демона. Рыцари! Это новый вид! Таких видели на Обане! Огонь по сломанной броне! Дави его! Я
подпускайте их к Хелси. Она нужна живой. Понял. Поняла. Звучит неплохо. Ты в норме. Все, я вернулся. Спасибо. Светящийся участок. Он уязвим. Стреляйте. Меня подбили! На помощь! Броню заело! Давай, лоб! Я в порядке, спасибо! Почти чисто! Не сбавлять напора, Сирис! Враги нас теснят! Идем к Хелси и Джулу. Обсудим тонкости условного согласования. Снова людской сарказм. А вы кое-чему научились у меня. Вы говорили, что получите доступ. Получу. Но я никогда не говорила, что сделаю это мгновенно. Наша безопасность на вопросе. Нет времени колебаться. И вы будете обращаться ко мне с уважением, достойным руки дедакта. Похоже, ваши пальцы устроили бунт, рука. Хватит! Привет, красавчик. Соберись. Мне это место не годится. При очередной передаче придется отреагировать... Надоело, доктор! Вы неделями не даете результата. Доктор Хелси, капитан Ласки хочет поговорить. Почему так долго? Отряд Осирис. Посадка в отсеке 11. Thank you.
Капитан Ласки, я передала координаты 3 недели назад. Я говорила... Обсудим наедине, доктор Палмер. Что она сделала? Как далеко все зашло? Молодцы, Осирис. О чем это они?